Ты автостанция, наверное, да? Я так понимаю. Так, так, ищи. Налево поедем, так. Разберемся. Да, тут тоже тесновато. Разъезжаться где-то куда-то встать. Допустим, припарковаться. Не выберешься тут. Чуток тесно здесь, конечно. Ну, назад не сдавай, блин. Девушка, подскажите, как к морю подъехать ближе? Сейчас поворачивайте до конца, там как-то... Есть, да? Ну, туда, в ту сторону. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Сказали поворачивать сюда. Ну, поворачиваем. Мадемуазель, не подскажете, я к морю как подъехать могу? Куда? К морю подъехать. Прямо. Прямо? Туда можно проехать, нет? Да. Спасибо. Не прямо к морю, а там есть, да? Да? Хорошо, спасибо. База отдыха Крым. Холодный ветер с моря сегодня, но тем не менее люди купаются. Ну что, поехали? Все, приезжаем к Николаевке. Пусть печатаем. 4 километра. Ну это мелочь, сейчас поскочим туда. Раз уж в этом районе нахожусь. Сейчас Вилина проскочим. 4 километра. Посмотрим, что за пляж.
Вот трасса она песчаная. Пока хорошо, 140 идешь без проблем. Сто шестьдесят. Прекрасно. О, уже и песчаная. Снижаем до 80. Так, автостанция, так понимаю, магазинчики разные. Мы дальше к морю едем. Так, это база отдыха, наверное, стоянка машин. Мы едем к морю. А как к морю проехать? Дальше. Так, нет, сюда и туда, да? Ну, посмотрим, попробуем-то. Вот едем за следом этой машины. Едем дальше. Будем смотреть, где тут можно присоединиться. Давай припаркуемся. Почему такое море грязное при шторме? Видите, как далеко грязное? Потому что здесь мелко. Вот девушка стоит. Видите, девушка стоит, да? Сколько она от берега находится? Вот молодые люди купаются. Видите, по колено ему все еще. Поэтому здесь лучше, конечно, с маленькими детьми. Ой, 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 обрызгала.